сейчас завалят, наверное, бьем. Да ё-моё, что у него БК вроде лежит. Тушусь, тушусь. В голове у него БК лежит. Нет. В середине вот здесь. Да капец, сколько можно? Меня сломали пулемет. Ух, я их уделал. Да. Прикольно получилось. Они все так, как бы, знаешь, ну, расчетливо поочередно выезжали, молодцы. Как надо выезжать на стримера. Ну, это специальные актеры. Сейчас я перезаряжусь, следующий давай. Вот, стрелялся, отлично. Ух ты, блин, вас тут много. Он или рикошетнул по мне, или куда? Почему меня сейчас не пробил? Странно. Йо-йо. Из-за трупа по рядом стоящего пушку повело. Дернула, сейчас если бы что-то десять от того ваншота, вообще что-то. Так, а у меня ломики начинают заканчиваться. А ты 10-го лучше кумулем бить. Он ломика может, ему ничего не сделаться. Ты чё, с пулеметов раздербанил, глянь. Я уже думаю, ну все, сейчас на каток поставлю, кумуль заряжается, иди сюда, к папочке. Федор. Слышь, ну что-то мне кажется, тут можно к ним не ехать, потому что они обиделись на меня и повыходили из боя сразу. Перестреляли. Да, красивый получился бой. Прям за каких-то там, не знаю, за пару минут выкосили команду. Но этот Турм 3 хорошая штука. На нем можно иногда врываться. Вот. По кайфу прям.